Апа қалай ыңғайлы ма шығу? Это видео распространилось в социальных сетях. Для жителей микрорайона Жанаталап дорога из дома и обратно стала настоящим испытанием. Мост, соединяющий массив с городом, обрушился в июне. Местные жители жалуются, с тех пор стало сложно добираться. В микрорайоне Жанаталап сейчас ведется капитальный ремонт моста, уверяют местные власти. Обещают, что строительство переправы, которое началось 3 месяца назад, завершится в октябре. Настоящее время работы по строительству моста ведутся в соответствии с планом. Строительные работы предполагалось провести в течение 9 месяцев, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить их за 4 месяца и в октябре сдать мост в эксплуатацию. Для местных жителей построена временная переправа и проложена дорога. Транспортное сообщение осуществляется сейчас таким образом. По словам подрядчиков, работы ведутся качественно, на должном уровне, в соответствии с планом. Местные жители надеются, что обещания чиновников не разойдутся с делом, и уже через 2 месяца они смогут с комфортом ездить по новому мосту. Нурая Исаева, Ильдар Жунусканов, Нурлан Алтынбеков, информационная служба телекомпании «Отрар».